Ничего понять не могу. Почему он так туго отходит? Что случилось? За что он там цепляется так? Стянул коробку. Уже всю вокруг облазил. Вон она, верхняя направляющая. На ней чуток алюминия видно на кончике. И с этой направляющей я не мог стянуть коробку. Она играет и не слазит. Наш подшипник. Ну все, сейчас в сторону отвожу коробку и добираемся. Выжимной просто-напросто развалился. Распорку поставил деревянную. Вот он выжимной. Он просто весь рассыпался и его поломало. Место, как я и сказал, предостаточно. Вот столько вот разведено, что корзину заменить с диском, что выжимной поменять, не составляет никакого труда. Откручиваю корзину, снимаю. А потом уже откручу выжимной и сниму выжимной. Ух, ветер разошелся. Головка на 12. Я здесь немножко от тормозухи помою, лишь бы сальник не ушатало, коленвало. Сальник не заказывали, поэтому менять я его не буду. Бежать он не бежал. Последний шестой болт. Корзину я даже не придерживаю. Вот у меня как раз снизу направляющая. Стоит на направляющей. Беру, снимаю. Маховик в хорошем состоянии, выработки на нем нету, перегрева на нем нету. Ну а теперь откручиваю выжимной. Сейчас свет сделаю. Два болта, головка на 10. Из-за тормозухи перчатки скользкие, все скользит. И снимаю его. Здесь снизу остатки выжимного все убираю, немножко помою,
Ох, сколько здесь остатков-то накидало. И будем устанавливать новые. Помою очистителем карбюратора. Сцепление буду использовать фирмы Valio. Это комплект вместе с выжимным подшипником. Он даже видно на картинке. Комплект сцепления с гидравлическим подшипником. 834-104. Ну и на какие машины он подходит. Renault Duster, Captur, Micra, Nota. Это уже Nissan Tiida, Qashqai. О, Lada Vesta и Lada X-Ray. Даже на них такие идут. Вот подшипник. О, есть даже центрующая втулка. И комплект сцепления. Ну, распечатываю. Доустанавливаем его. А это вот подшипник старый. Вот так вот выглядит новый, а вот так вот выглядит старый. Сам подшипник провалился, и он разорвал уже, получается, под собой и гофру, и манжеты, все повыдавливал. Стоял точно такой же фирмы Valio. Вот написано Valio. Идентичен. Сцепление уже хорошо, что сказал, надо поменять. Уже изношено с одной стороны. И со второй стороны тоже уже к заклепкам подошло. Корзина по износу еще бы походила. Но так как меняем, уже все меняем. И здесь лепестки не убиты. Ну, хотя они могут уже быть прослаблены. Корзина тоже Valio. Устанавливаю на место выжимной подшипник. И устанавливаю на место корзину с диском. Втулка длинная. Если посмотреть, здесь короткая, а здесь длинная. Длинную устанавливаю в маховик.
и наживляю. Пока только наживляю, чтобы все направляющие у меня встали. Беру центрующую диска. Все, подтянуть немножко подтянул. Теперь беру, затягиваю. Перепроверю. Да, все. Вытаскиваю втулку и ставлю на место коробку. Ну все, коробка сошлась. Теперь ее дотягиваю, у меня просто направляющая вверху, я ее почистил. Она все равно туговатенько идет. Наживляю и стягиваю все болты. Коробку я стянул по диагонали снизу. Один болт пока не поставил, здесь мешает мне. Сейчас подушку подвешу, но перед этим я ставлю на место трубку сцепления, протру ее. Выдергиваю заглушку и защелкиваю трубку на место. Все. Теперь иду, ставлю сверху кронштейн и наживляю его на подушку. Подушку я закрутил. Убираю подпорку. Закручиваю на место массу и датчик заднего хода. Капельку резьбового герметика посередине капну. И закручиваю. Одеваю разъем. И вставляю привод.
шлицевую смажу сразу. И резьбу, и шлицевую смазал медной смазкой. Привод на месте сидит. Вставляю болты. Болты я также смажу. Болты стойки, которые. Затягиваю, одеваю на место проводку от датчика, одеваю на место шланг тормозной. Прикручиваю на место гайку рулевого наконечника. И закручиваю на место гайку привода. Здесь должен стоять шпринт.
сразу смажу шпильки. Так, ну с этой стороны только остается поставить пыльник. Сразу его ставлю на место тоже. Пыльник установил. Вставляю на место привод, а потом закручу подушку.